Добрый день, обзор мотоцикла Suzuki Bandit 600, 99 год, 37 тысяч пробега, привезен из Нидерландов, растаможен, находится в московском регионе, как всегда можем отправить транспортными компаниями, стоимость доставки транспортной компании, узнавайте на сайте транспортной компании ПЭК, отправляем мы из терминала город Щелково Московской области. По Москве и Московской области в радиусе 200 километров от нас доставить можем собственными силами. Если вы находитесь недалеко, пожалуйста, пишите адрес, посчитаем вам доставку. Так, бандит, значит, сразу хочется отметить, что вилка стоит уже не родная, вилка перевертыш, тюнинг, фары, соответственно, тоже классический бандит с круглой фарой. Ну, по круглую фару здесь поставить будет не проблема, кому нравится именно круглая фара. Достаточно просто делается, два болта справа-слева, ставится любая круглая фара практически. Так, диски передние. Без износа, кромки нет, колодки практически новые, можно сказать, там с минимальным износом. Вилка перевертыш, как я сказал, сухая, радиатор все соты на месте, мухи, пчелы присутствуют. Так, резина, снег запорошил протектор, передняя резина. Передняя резина 11 год. Так, передняя резина 11 год, задняя резина, по-моему, 9 год. Ну, то есть смысл понять, что не сверхсвежая, скажем так, но наличие трещин каких-то я пока не заметил ни спереди, ни сзади. Состояние коллекторов хочется отметить тоже. Так, глушитель стоит не родной, прямоток. Сразу предупреждаю, достаточно громкий. Так, задний диск. Задний диск имеет износ. Колодки задние. Процентов, ну, точно больше 50. Резина, я сказал уже, да, что здесь она не самая свежая. По протектору, хотя еще неплохая. Покажу, что трещин нет. Цепь звезды. Звезда, наверное, новая, потому что видно, что она по цвету очень свежая. Цепь тоже. Ну вот по индикации натяга видно, что она новая. Вот, соответственно, метка. Вот начало, вот в самом начале. Так, ну то есть с цепью здесь ничего делать не надо. Два ключа, чистый бак, да, без намека на ржавчину. Кому нужно будет, отдельно покажу видео, сделаю бак, но он прям очень чистый. Так, тут надо выжать сцепление, чтобы завести.
Также помимо данного бандита есть еще бандит у нас в версии S с ветровиком. Вот его видеообзор, детальные фотографии есть у нас в группе ВКонтакте, а также есть обзор на Ютубе. Также есть FFR 750, FFGR, F3, и в ближайшее время у нас будет еще поставка порядка 6 мотоциклов. Поэтому еще раз призываю, подписывайтесь на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. Всем большое спасибо за просмотр. Всем всего наилучшего, хорошего дня, крепкого здоровья. До свидания. Еще раз всего наилучшего.